Всем привет! С вами Penny Preds. А это значит, что сегодня мы будем снова открывать кейсы на CaseBattery. И считайте, что я сегодня взглянул на календарь и понял, что сегодня уже 3 марта. А это значит, что самое время отправить призы победителю розыгрыша 23 февраля. То есть ссылочку он уже скинул заранее. Вот. И мне лишь нужно только отправить то, что он выиграл. А теперь мне нужно только найти то, что он выиграл, так как... Так, я помню, у него, короче, был калаш. Так, у него был АК. У него был USP. USP. И у него был... А это Юмп. Это не то. USP. И у него был АУК. АУК. Вот. Калаш. Вот этот калаш, по-моему, был, да? Изумрудные завитки. Отлично, это его. Страж. И Сит-Мид. И Сит-Мид после полевых испытаний. То есть, вот это те три приза, которые он выиграл. Я еще раз поздравляю тебя с этим... С этой победой. Еще раз поздравляю тебя с этой победой. Ты красавчик, ты лучший. Ты победил в розыгрыше 23 февраля. Вот. Сейчас я там введу подтверждение. Ну, а вы пока можете полюбоваться вот этой АВП. И эта АВП у нас будет разыграна уже завтра. А теперь внимательно запоминайте, что вам нужно сделать для того, чтобы принять участие в розыгрыше. Вам нужно быть подписчиком этого канала от одной недели и более. Поставить лайк именно вот этому видео. И под этим видео написать комментарий минимум из 5 слов. И завтра на очередном open case я выберу победителя вот этого потрясающего АВП экзоскелет. Ну все. Ну а я погнал открывать кейсы на CaseBattery. Сегодня, в общем, на балансе 2 сотки. С промокодом, как обычно. Есть бесплатный, давай посмотрим, что с него выпадет. Ну, либо давай ножик, либо вот эту штуку, я согласен. Нет, ну, ярь-медянка. Ярь-медянка, нет, не согласен. Какая будет стратегия? Стратегия. Так, мне знаешь, что хочется? Стратегия. Ну, конечно, хочется, конечно, опять эти. Звездные манги. Что-то кто-то уже в стиме там бомбит. Звездные манги отправить. Ух ты, как это ты прям... Мозги звездные. Да чё я какие Кто там в стиме бомбит? Ну и что такое? Прям смотри, прям вот сочные такие скинчики какие-то прям. Ну давай, желтый, ты хоть порадуй чем-то. Желтая, ты падла. Или ты не падла? Нет, падла. Капец, блин. 150 слили, 112 получили, отлично. Так, сейчас чё? Да хуй его знает чё, да. Первого знает что. Давай, короче, попробуем тебя. Что-то мне амонги не хотят выдавать последнее. Ну, как не хотят? Ну, это вроде подороже сотки, да? Блядь. Я что-то в ценах вообще плаваю. Вообще ни о чем. Короче, нет, я это все продаю. Это все продаю. А, так, сколько? 175. Так, а если мы... Ну-ка, Plants vs. Zombie, а сколько ты? 99, охуеть, вы вообще охерели, что ли? Вы что, вообще охерели, да? Silver Elite. Так, давай мы, знаешь что, мы на все откроем звезды. Сейчас только мы найдем армейское. Не знаю, звезды, вот, есть звезды. Давай мы на все откроем звезды, посмотрим. Что выпадет? Что выпадет? Как бы, это не огонь. А тут вообще какие-то сочненькие есть. Ну, такое себе, да, здесь, короче. Что-то вот за 3 сотки есть там, да. За 3 сотки там что-то есть. Так, еще на 3 раза хватит, да. Красный кварц. Еще 2 разочка. Я вот просто думаю, может эти... Может... Апгрейды опять половить 10%. Ну, черт его знает. Океанская глубина. Глубина. И грецкий орех, да? Ну, как бы так-то нормально, да? Сколько мы? 198 сделали. Сделали 198. Так, ладно, давай мы продадим вас тоже. 198.
198. Давай попробуем. Ну, две плантации. Давай попробуем открыть. Я его как бы давно не открывал. Он, конечно, ни хера мне не давал. Ни хера. Гадюку за 40 рублей, да? Охеренно. Ну, давай еще разок. Давай еще разок. Ну, горячка бы была получше, да? То есть, а ты все-таки нет. Короче, это слив ГГшный, поэтому мы вот так делаем. Мы летим, короче, в сильверы. И просто на все, что есть... открываем, а потом пытаемся с того, что открыли. Ох, я таких половину названий-то не знаю. Так, 86 рублей мы сделали, понятно. Обалдеть. Так, чё, раз, два, три, по традиции три, по традиции три, короче, смотрим. 17 сделали 8 и апгрейды. Короче, ну, я-то в принципе и рассчитывал, что сегодня мы особо-то ничего и не подниму. Ну, что особо-то ничего не подниму, потому что... Ну, потому что не подниму и не подниму. Какая раз почему, да, то есть... Потому что не подниму, да. Потому что потому вот такая вот муму. Так, давай теперь две соточки попробуем сделать. Ну, давай, азарт бизон. У меня уже такой, по-моему, скин есть, я уже выводил. Да. Ну, если еще один такой, в принципе, он не помешает, но он говорит нет. Он мне хочет дать скинчик подороже. Ну, вот он мне хочет за 350 рублей дать какой-нибудь скин. Вот, например, Bloodsport. Ну, хороший скин. Почему бы и нет? Давай. Забираю. Забираю. Нет, он думает по-другому. Он думает по-другому. Вот и все. Вот и кончился солнечный бег. На ладони ложится тихий западный снег. Нихуя сегодня у нас не выпало, ничего у нас не получилось. Не знаю, может, надо поискать бы какой-нибудь другой сайтик уже для открывания. В общем, я подумаю, почешу про это голову. Вот. И, кстати, на 8 марта я уже придумал сюрприз. А какой 8 марта, вы и узнаете. В общем, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваш лайк, пишите ваш комментарий. Всем пока и до новых встреч.